Привет, ребят. У нас сегодня будет такая тема, наверное, не совсем обычная. Хотя у нас, наверное, с вами и не бывает обычных тем, да? Я бы, наверное, хотела, знаете, про что сегодня поговорить. У меня на сегодняшний день, ну вот так сложились звезды, да, достаточно много запросов на индивидуальное сопровождение в автономию. Причем их действительно за неделю достаточно большое количество. Обычно бывает, но так, плюс-минус. И если честно, я веду индивидуальное сопровождение, но не в автономию. Не в автономию, потому что очень многие не понимают, что это такое. Если спросить, что хочет человек и что он подразумевает под автономией, в 90% случаев это другая жизнь, иная жизнь, какие-то способности, какая-то, может быть, расширенное или глубокое осознание чего-либо. А я вам скажу, наверное, по-другому. И, возможно, это большинству не понравится. Но так оно и есть. Состояние осознания, состояние автономии – это вечная жизнь. А где у нас бывает вечная жизнь? Только в тотальной смерти. Ты готов умереть? Ты готов уйти полностью из этого мира? Уйти полностью из этой реальности? Уйти из этого социума как единица, как человек, который может быть полезен в этом социальном мире. Мы же, вернее, я бы уже, наверное, так сказала, вы же, многие из вас, хотят быть полезными, хотят лечить людей, хотят помогать, хотят исцелять, хотят что-то еще делать, хотят быть что-то хотят делать такое, чтобы быть хорошим. Но когда ты умираешь, ты не можешь быть хорошим. Ты не можешь быть плохим. Ты не можешь быть вообще каким-то. Ты просто есть в этом потоке. Вот когда ты смотришь на дерево, что ты видишь? Это хорошее или плохое дерево? Это просто дерево. Ты его можешь охарактеризовать как цветущее, растущее, плодоносящее, либо ядовитое, зеленое, либо без листьев. Вот хоть как ты его можешь покрыть своими критериями, но оно не может быть хорошим или плохим. Оно просто по факту просто есть. Ты его можешь даже выкорчевать, ты его можешь убрать оттуда, где оно растет. И ты его можешь сжечь. Можешь сделать с ним все, что хочешь. Но это не изменит того дерева, которое оно есть, которым оно было. Это изменит только твои действия, твои поступки, твое восприятие этого пространства с деревом или без. Ты готов быть этим деревом, который будет просто тотально.
Что бы ни делали окружающие, что бы ни говорили окружающие, какие бы действия ни делали по отношению к кому-либо, даже к тебе, это просто будет действие окружающих. Ты их не можешь охарактеризовать. Да, ты будешь иногда вписываться в этот социум. Иногда можешь как-то принять эту игру, их игру, поиграть, чтобы хоть как-то себя, наверное, занять в этой плотности. Потому что ты всегда и во всем видишь смерть. И только через смерть ты можешь увидеть эту жизнь. И когда ты видишь людей, которые радуются, просто радуются цветочкам, закату, рассвету, морю, листику, гусенице, там, лягушкам, птицам. Это же счастье. И это счастье есть то, которое есть в этой плотности. Что ты можешь видеть, когда ты умрешь? Ты можешь только через призму смерти увидеть эту жизнь. Жизни как жизни не существует. Если ты будешь заглядывать в эту жизнь, то она всегда лежит в основании смерти. Только так бывает жизнь. Жизнь из жизни не получается. Жизнь получается из смерти. Смерть не может умереть. Если что-то мертво, оно умереть не может. Готов ты идти в состояние тотального обнуления себя в этой плотности? Если ты себе честно ответишь на этот вопрос, то тебе никакой проводник не нужен будет. Ты будешь понимать, как это сделать. Ты не будешь цепляться за жизнь чем-либо, какими-то действиями, какими-то поступками, хорошестью, либо никчемностью. Ты начнешь быть, просто быть. Просто быть в своем восприятии себя. Сколько ты так сможешь пробыть? Насколько ты можешь закрепиться в этом состоянии? Насколько тебе будет комфортно? Наташечка, привет. Да, вот мне написали тут тоже. Светлана, сегодня тяжелая тема. Нет, ребят, она не тяжелая, потому что тяжести это ведь тоже не существует. Что такое тяжесть? Тяжесть только там, где есть легкость. А что такое легкость? Легкость это невесомость. Что такое невесомость? Невесомость, когда нет ничего. А нет ничего где? Светлана, подскажите, пожалуйста, цели, желания, материализация желаний. Это уход от себя? Жить без цели и желаний тотально в настоящем? Или все-таки вектор направления движения должен быть? Ну, смотрите, если мы берем вот эту плотность, в которой мы существуем, да, вы же сейчас говорите про нее. Не про то, когда вы перешли. То есть у нас несколько состояний. Когда вы перешли, отпадают эти вопросы. И когда вы в этом состоянии, и уже вот на грани, да, бывает такое. И что такое цели? Цель — это достижение. Цель — это конец. Когда вы достигаете какой-то цели, это маленькая смерть. Маленькая смерть самого себя. И когда вы идете к этой цели, вы на подсознании себе уже пометили, что либо вы построили себе следующую цель после этого, но вы отмерили, вы начинаете мерить свою жизнь, у вас начинается чувство меры быть в жизни. Вы начинаете делить временной фактор. Когда вы начинаете делить или обуславливать временной фактор, вы приближаете свою физическую смерть. У вас в вашей жизни появляется временное пространство.
Вы не плывете в потоке, потому что поток бесконечен. Он не может быть чем-то запредельный. И вот эта вот цель, она идет цель, понимаете? Вы себе ставите шаги. И эти цели, вы же достигаете цель не потому, что вы живете, а потому, что вы выживаете. Когда вы живете, у вас нет цели, у вас есть просто путь. Путь, в котором вы находите себя, путь, в котором вы идете в потоке тех жизненных обстоятельств, которые в вашей вибрации. Все люди, место, время, не знаю, там погода, действия, оно все в вашем потоке идет. И когда вы идете к цели, вы всегда несчастливы, потому что когда вы идете к цели, вы думаете о цели, потому что она вам важна. А когда вы приходите к цели, идет глубинное разочарование, которое мы оцениваем как радость. То есть наш организм, вот эту вот гормональную вспышку, он гормональная вспышка для него едина. А критерии ставим уже на нее мы. Хорошая эта вспышка, либо плохая. И так как мы дошли до цели, эта гормональная вспышка вспыхивает. То есть это временной фактор нашего существования. Так тынц, еще одно временное пространство прошли. И мы его характеризуем через призму своего восприятия как счастье. Типа мы дошли до цели. А по факту это просто гормональный всплеск. Желание тоже. Что такое желание? Желать можно только то, чего у тебя нет. Ты не изобилен. Если ты чего-то желаешь, значит, у тебя этого нет. Я не могу желать того, что у меня уже есть. А если ты желаешь, значит, у тебя этого нет. Ты не изобилен в своем восприятии. Ты не можешь любить и отдаваться человеку просто потому, что он есть. Потому что он не твой, ты его желаешь. Ты не можешь любить и отдаваться природе, потому что она не вписывается в твой формат какой-то. И любое желание какой-то вещи, объекта, субъекта, одушевленного предмета, человека, неодушевленного предмета, ты его желаешь только тогда, когда у тебя этого нет. Когда у тебя идет глубинное чувство в потоке, то ты просто воспринимаешь его как единую волну, с которой ты сейчас, то есть что такое, когда ты идешь, когда ты уже живешь жизнь через смерть, и у тебя появляется, ну, например, человек, да, с которым ты готов идти дальше, то ты его не желаешь, как раньше бы желал, что я хочу, чтобы это был мой человек, там, мой мужчина, моя женщина, еще что-то. Ты объединяешься с ним в едином потоке. Вам не нужно много что-то рассказывать, вам не нужно что-то много говорить. Вы дополняете друг друга. У вас нет каких-то моментов, которые вас будут напрягать. То есть вы готовы проговорить каждый момент, который связан с этим социумом. Мы же все равно в социуме живем. И вы таким образом идете дальше, то есть вы дополняете друг друга. И точно так же, как только вы перестали друг друга питать, вы расходитесь. И это абсолютно нормальное состояние, когда вы расходитесь, потому что вы абсолютно свободны. Жить без целей и желаний тотально в настоящем. Ну вот как раз жить без целей и желаний — это про то, когда ты изобилен, когда у тебя нет, когда ты всегда вовремя в том месте, в котором ты должен быть. И тогда у тебя идет вот это вот потоковое состояние, и ты тогда жизнь видишь не через бабочки в животе, не через розовые фантики. Ты видишь жизнь такую, какая она есть. Ты, если тебе человек что-то говорит, ты понимаешь, о чем он хочет сказать. Не о чем он говорит, а о чем он хочет сказать.
потому что ты видишь суть. И это про другое. А вектор направления движения, это опять, когда ты форматируешь свою жизнь по векторам. То есть смотри, что такое вектор направления движения? Это же про то, что вот я, например, что-то делаю, и мне откликается. Я чувствую это своей вибрацией, я чувствую это своей физикой, я чувствую это своей душой, я соприкасаюсь со своим духом. И я иду. Если у меня идет какое-то сопротивление, если я понимаю, что я не туда, я тогда себе же задаю вопрос, а почему я это делаю? Я это делаю, чтобы что? Это всегда не для себя. И всегда сразу же себя отлавливать. Я делаю это, чтобы что? Чтобы быть хорошей, чтобы быть удобной, чтобы мне что-то было удобно. Для чего это делается? Если ты по-честному ответишь, ты можешь дальше идти туда, но ты уже будешь знать, для чего это. И тогда у тебя вот этот вот спазм, он отпустит тебя, ты будешь понимать, что для чего тебе это нужно на данный момент. И пойдешь дальше. Слушаю твои эфиры, Света. Нет вопросов, и есть просто понимание всего. И говорить о том, что происходит в процессах, нечего даже. Это просто все естественно и все. Да, Наташечка. Ребят, если хотите пообщаться лично, если кто-то живет в Сочи, или кто-то, может быть, прилететь может, у кого нет возможности прилететь на 5 дней на ретрит, то прилетайте, приезжайте, приходите на абсолютно безоплатную встречу, которая будет 12 июня в Сочи на Новогинской 7/3. Это в Атриуме. РСТ-студия, по-моему, там называется, с 5 до 20 часов. Вот. Там места ограничены, студия такая не очень большая, поэтому приходите, пообщаемся, с огромным удовольствием отвечу на ваши вопросы. Услышала, благодарю за ответ. Здорово, Ангелина. Да, ребят, задавайте вопросы, если есть еще вопросы, то я поотвечаю. Тут у меня были вопросы такого, если уж мы затронули житейскую тему, да, такого житейского характера там. А для чего люди там себе делают какие-то пластические операции, губы, грудь, нос, там еще что-то? Ребят, каждый делает по каким-то своим причинам. Нет, невозможно всех под одну гребенку. То есть я знаю женщину, у которой после рака молочной железы молодая женщина, не было груди, она себе ее поставила. И это имеет место быть. Знаю, что делают носы, у которых там скрученная перегородка. Это имеет место быть. Поэтому, если кто-то себя хочет улучшить, и им от этого как-то комфортнее, ну, это их, если им это помогает. Самое главное, чтобы они нашли себя. Я, нет, не делала никаких пластических операций, ничего не делала. У меня ничего нет. У меня есть только брекеты. Образ жизни. Путь, цель только и удерживать здесь, иначе бы не пошел дальше. Путь, цель. А ты задай себе вопрос, это путь, цель или путь, интерес? Потому что когда цель, еще раз говорю, цель, она конечная, а интерес, он всегда трансформируется. Чем глубже ты идешь, тем развернут ты, и плотнее становится интерес твоего пути. И это уже про другое. А цель, она всегда конечна, ты всегда доходишь до цели. Если ты не доходишь до цели, то тебе неинтересно становится эта цель, тебе неинтересен становишься ты. Поэтому задумайся, цель все-таки это или интерес? Это разное.
Ребятки, задавайте еще вопросы. Если нет, то я сегодня сделаю прям такой совсем-совсем коротенький эфир. И пойду гулять. Конечно же, присоединяйтесь на ретрит. Ребят, везде места ограничены, и это просто помещение, которое всегда имеет какое-либо ограничение. Обычно, когда достигают своих целей, то чувствуют разочарование. Ну, не всегда, это же, Ангелиночка, смотри, это же не про разочарование, это про всплеск гормонов, а как ты их себе охарактеризуешь, разочарование это. Либо какая-то яркая эмоция твоя, как ты ее характеризуешь, счастье какого-то. Это в любом случае один и тот же гормональный всплеск, который дается тебе в кредит. То есть смотри, когда мы идем к целям, цель поставили себе, идем к целям, это всегда мы затрачиваем время, затрачиваем силу, затрачиваем энергию, очень много энергии. Когда мы идем к целям, мы практически весь потенциал энергии тратим на эту цель. Почему тратим на эту цель? Потому что мы не живем в настоящем моменте, мы идем же к цели, и мы всю свою энергетику тратим вот туда, на цель, на нашу. А восполняться здесь и сейчас не можем, потому что мы не проживаем момента пути, мы проживаем момент цели. И когда вот сюда доходим, здесь уже потрачена энергия. И у нас на последнем всплеске эмоций, чух, и потом хух, и все. И у нас как кредит, раз и высосало нас. И чтобы нас не высосало, чтобы мы опять где-то начали черпать цели, здесь и сейчас мы не научились, мы опять ставим себе новую цель и опять достаем из себя вот эти вот кредитные энергии, чтобы дойти до этой цели. И поэтому мы к определенному времени, через сколько-то времени, чем больше мы завоевываем каких-то целей, тем сложнее нам становится существовать. Почему очень многие говорят, что можно достигнуть там каких-нибудь дзенов, еще что-нибудь там, неважно, лежа на диване. И они в какой-то степени правы, они правы же, но это можно же разобрать по-разному. И правы они не в том, что это действительно как бы лежа на диване, они не затрачивают энергию на получение этой цели. А если вы будете в пути своей личной гармонизации интереса, то вы всегда будете в ресурсе, потому что ресурс мы ниоткуда-то берем, он у нас есть. И насколько мы готовы в себе раскрутить это, настолько мы и идем вот в этой вот благости, к самому себе, всегда к себе. Потому что, делая шаг, мы догоняем себя, потому что я-то и есть этот шаг. Каждый наш шаг – это я. Каждый наш шаг – это я. И когда мы останавливаемся, останавливаюсь я. Когда мы пятимся, пячусь я. Когда я иду вперед, я всегда иду вперед. Когда вы идете вперед, вы посмотрите, у вас не ноги идут вперед, я иду вперед. Я всегда себя догоняю. Я всегда, как только я иду в моменте, я всегда иду за собой, не за кем-то, всегда за собой. Все очень понятно, говоришь, Светик, благодарю. Информация очень интересная, всегда и важно, откликается. Благодарю. А по-моему, это игра слов. Интерес не цель ли? Нет. Интерес как может быть? Интерес цель. Может быть, цель же не интересная, но она может быть целью. А интерес, он может быть не быть целью. Он никогда не будет целью, он будет всегда просто интересом. У меня почему-то не было целей, или я их не помню совсем. Все просто идет всегда с наблюдением в ощущениях. Как-то спокойно и без надрывов. Это хорошо. Светлана, после встречи с вами, с нами происходят какие-то чудеса. Они вроде бы небольшие, но от них так тепло и радостно. Очень хочется изменить сознание, перейти вперед. Благодарим вас. Благодарю, Виктория.
Можно ли почувствовать человека на основе только одного общения или на основании телефонного разговора? Или надо обязательно встретиться? Ну, лучше, конечно, встретиться по телефону, ну, наверное, по видеосвязи, по телефону. По телефону почувствовать человека, кому это нужно почувствовать человека? Если тому, кому звонят, ему не надо чувствовать. Это же нужно вам, кто звонит, скорее всего. Поэтому, конечно же, лучше либо хотя бы по видеосвязи, либо, конечно же, на личную встречу. Получается, что обиды, претензии бесполезны, или другая сторона, радость и так далее, это лишь файл, который можно только озвучить или нет. Обиды и претензии, а кому обиды и претензии? А как можно обидеться, ребят? Или какую-то претензию. Кому вы даете претензию? Вы же всегда даете претензию только себе. Вы же себе что-то придумали. Почему мы можем обидеться на человека? Не потому, что человек что-то сделал, а потому что мы себе придумали, что этот человек так не должен делать. Или мы себе придумали, что это, что я хочу, чтобы этот человек по отношению ко мне сделал вот так. Я хочу, а он так не сделал. Как ты можешь на него обижаться? Это он не сделал. Это ты же сделал свою обиду. Это ты себе придумал что-то. Это ты себе дал установку, что он так должен делать. Или тебе бы хотелось, тебе. Всегда ключевое ты. И когда ты это понимаешь, ты не можешь обидеться на другого человека. Но невозможно. Невозможно. Ты всегда знаешь, что это ты, не он. Это твои действия. Или у нас немного разное видение, цель жить, и артиллерист, я, может, это повлияло. Немножко не поняла вопрос. Так, еще подскажите, пожалуйста, часто бьюсь об углы, режу руки, обжигаюсь, особенно когда практикую сухие дни. Или облегченное питание. Почему так происходит? Почему так происходит? Ну, нужно смотреть у тебя, почему ты... Это же твое расслабление, особенно ты, если в сухих днях, да? Почему ты в таком напряжении, почему ты все время находишься в тонусе, когда ты ешь? Где твоя неудовлетворенность? Почему ты так себя всегда... Чего ты боишься? Кто тебя обидел? Это же твой страх, когда ты на еде, ты его просто пытаешься скрыть все время чем-то. Ты все время в тонусе. Ты все время в готовности, в боевой. А когда выходишь на сухие дни, ты поворачиваешься к себе, к своей девочке. И она у тебя маленькая, беззащитная. И тебе страшно. Когда ты это делаешь, тебе страшно. И твой мозг говорит, ну-ка, давай-ка туда не будем выходить. Зачем тебе эта маленькая девочка? Давай будем с тобой всегда в тонусе. А потом пойдем на реинкарнацию и все исправим. Про это же все у нас. Максимальная жизнь про это. Давай все сделаем так, чтобы пойти на реинкарнацию. Давай здесь не будем ковыряться, здесь слишком тяжело. Здесь все запутано, здесь все плохо. И физика не вывезет, и психика не вывезет. Давай-ка мы с чистого листа, так же лучше, так же проще. Зачем все исправлять, если можно по новой? А ведь можно, ребят, ни на какую реинкарнацию не выходить. Знаю, что все ответы и информация в нас, и только на своем опыте, но слушаю, что откликается, и без вопросов. Вопросы не появляются почему-то, есть ощущение ответов. Да, ребят, все вопросы у нас. Я же вам еще раз говорю, я же не гуру, не учитель, я просто ваш триггер. И все. Я открываю то, что есть в вас. Я вам не говорю что-то новое. Я вам не рассказываю какие-то новые эксперименты. Я вам просто открываю вас. И все. Артем, привет, Артем.
влияет любое обуславливание с ролью. Ну, конечно, ты же обуславливаешься с ролью, кто обуславливаешься? Ты, тебе это на какой-то этап, твой период, это удобно, это выгодно, это нужно, и ты это делаешь, и это нормально. И если ты это осознаешь, то ты тогда выносишь все уроки, которые есть в тебе, и это тоже здорово. Ребятки, больше я не вижу вопросов. Если есть, то задавайте. Если нет, то буду отключаться. Буду отключаться. Я надеюсь, что какой-нибудь марафон у нас уже побыстрее запустится, и мы с вами будем опять на связи. Вот. Да, Светик, привет, привет, Тёмочка. Пранафит, это мы будем с вами... прям жестить по спорту. Например, вернувшись в эту плотность, сразу что делать, какой интерес, цель нахожу и двигаюсь. Ну, может быть у тебя так, но вот я говорю, что я вижу, что цель она всегда конечна, а интерес он плавно текущий. И ты тогда идешь в потоке этого интереса. И у тебя тогда нет вот этого конца цели. Конец цели – это всегда разочарование. А так у тебя идет вот все ровненько. Ой, ребят, спасибо, сердечки прям. Очень приятно. Что начинает биться в животе на 3-4 сутки в естественных чистых днях? Я обычно заканчиваю на 8. Биться? Слушайте, ну, ребят, ну, вы на такие вопросы задаете. Я не знаю вашего образа жизни, я не знаю... Что вы ели до этого? Я не знаю, как бы, ну, это такой общий вопрос. Вы же не хотите получить, вы же хотите узнать, что у вас конкретно. Вот, поэтому надо как-то по-другому, либо задать по-другому вопрос, либо уже как-то более индивидуально его решать. Ой, здесь сердечко, спасибо огромное, ребят. Виктория Лира, а ведь жесткость родителей ты не заказывала. Претензии автоматически вылезли от того, что ты лечишь себя и восстанавливаешь. Как не обижаться? А зачем обижаться-то? Это же действия твоих родителей. Почему ты не позволяешь им быть такими? Почему ты не позволяешь им пройти, прожить их уроки? Почему ты возвращаешься? Ты же возвращаешься в прошлое. Ты же ковыряешь своих родителей. Ты же обижаешься на это. Что в тебе такого? Почему ты не получила свою целостность от себя? Ведь родители нам не могут дать целостность. Целостность мы можем только вскрыть в себе. Мы же как скомканный листик. Вот, вот мы скомканный листик. Нам родители не дадут вторую половину. Мы только сами себя можем раскрыть. Сами себя. Это мы цельные. Вот родитель нас. Уже хорошо. А ты раскрываешь себя. На что ты обижаешься? На то, что родитель тебя не смог раскрыть? Нет, у него свои тараканы. Позволь ему быть со своими, в своих процессах. Почему ты настолько важен, важна, важный, что ты позволил себе такой важный обидеться на них? Что они тебе не додали? Что они тебе не досказали? Где они тебя не добили? Это же твое. Просто с благодарностью, что они были в твоей жизни. И идти дальше, раскрывать себя самостоятельно. Не родители, ты. Образ «Мирный воин». Пересмотри прямым текстом. Артём, мой учитель. А, это ответ в видео, он пишет, мой учитель, мой создатель и посредник. Ну, так, это уже между собой, видимо, пошли разговоры. Вот.
делись дальше. Ребят, я буду делиться, спрашивайте, если есть вопросы, если нет, то я побежала сына встречать. Артём, у тебя тоже очень интересные эфиры. Я вас всех благодарю за вопросы. А, еще есть. Светлана, я третьи сутки в депривации. Больше 25 минут не отдыхала. Жду чудес. Их нет. Что со мной не так? Вообще с вами все замечательно. Почему-то вы думаете, что если просто механически убрать сон или убрать еду, с вами должно что-то случиться. Это же не от этого случается. Это всего лишь инструмент. Если вы забьете гвоздь в стену, это не значит, что там сразу же появится картина. Нет, просто будет гвоздь в стене, и у вас сейчас просто вы не спите. Осознание же приходит не от этого, вы не спите-то, чтобы что? Вы, когда вы не спите, что с вами происходит? Ведь эти моменты происходят, когда идет осознание. Вот мы как раз об этом и будем говорить в марафоне «Депривация сна», чтобы вы понимали, что происходит с вашим физическим телом, когда вы не спите. Почему нас укладывают спать? Что происходит ночью? Какие эксперименты ставят на людях, которым автоматически убирают сон? Что происходит с их нервной системой? Если это происходит с их нервной системой, что происходит вокруг? Почему нас укладывают спать? Механически вы это не сделаете, пока вы не узнаете. Если вы знаете, что в кастрюле есть суп, и вы туда решите, что «О, я тоже сварю суп», нальете туда воды и накидаете туда овощей, у вас не будет такого супа, потому что у вас вы не понимаете, как его делать. Что нужно первым закинуть, какими кубиками порезать, для чего, нужна ли там пережарка, что еще добавить, зачем вот эта вот соль, которую вроде бы не видно, в супе ее же не видно, но она чувствуется. Убираем сон, и у нас происходят чудеса, и я сейчас так буду. Нет, ребят, это не про это. Ты должен понимать, что происходит, когда у тебя убирают сон. Как этим пользоваться? Привет, сейчас я закончу. Ага, расскажешь. Это то же самое, когда говорят, что «О, я сейчас брошу есть и пить, и я приду в осознание». Нет, ребят, это тоже не так работает. Ты должен понимать, ты можешь и с едой прийти в осознание, просто потом ты понимаешь, а зачем она? Если у тебя находят... Тебя настигает глубокие осознания, не знаю, там пробуждение, просветление, не знаю, как они называются. Если ты умираешь, то что тебе нужно? Если ты умер тотально, то тебе что нужно? Что-то делать для того, чтобы ты жил? А что нужно для твоего тела, чтобы ты жил? Ну, точно, не большинство тех вещей, которые мы делаем, идя к смерти. Сейчас у многих процесс путь к смерти. А у меня сейчас процесс путь к жизни, он другой. Экстрасенсорное считывание, и вся семья свидетели всего, что в доме происходит с тонким планом. И все чудеса, что все ждут с детства и до сих пор происходит с обычного питания, и не понимаю, почему все ждут. Да. Ребятки, буду заканчивать, у меня нужно поболтать с сыном. Приехал с детской вечеринки. Да, Наташечка. На обычном питании было, сейчас много изменилось в моей жизни, но чудеса не связаны с питанием, думаю. Не связаны. Не связаны. Просто вы потом понимаете, что как бы нужно это или нет. Это уже другой вопрос. Это вообще не про еду. Я всех обнимаю. Всем огромное спасибо за ваши вопросы. И увидимся.
во вторник.